Рецепт приготовления апельсинового печенья с глазурью дарит возможность быстро подать на стол яркое добавление к чаю. Цитрусовое великолепие теста с апельсиновой цедрой, покрытое яркой глазурью, не оставит равнодушным ни ваших домочадцев, ни внезапно нагрянувших гостей. Список ингредиентов в конце видео. 1. Смазать противни, разогреть духовку до 175 градусов С, 350 градусов F. 2. В большой емкости смешать сахар, кондитерский жир, яйца и сметану, взбивать, пока смесь не станет однородной, по густоте напоминающей ту же сметану, добавить 2 столовых ложки цедры и четверть стакана апельсинового сока. Хорошенько взбить, отложить. 3. В другой емкости смешать муку обоих сортов, разрыхлитель, соду и соль. Постепенно добавляя полученную смесь в предыдущую и отложенную, взбивать, пока все хорошенько не перемешается. 4. Тесто выкладывать на подготовленные противни чайной ложкой с горкой на расстоянии около 5 см друг от друга, выпекать от 14 до 16 минут, или пока края не начнут подрумяниваться, переложить печенье на решетку и дать остыть. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. В маленькой емкости смешать сахарную пудру, оставшиеся цедру и сок, ваниль и воду, взбивать, пока смесь не станет однородной, украсить глазурью остывшее печенье. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты. Сахара песка 5 стаканов, кондитерского жира 1 стакан, яйца 2 штуки, сметаны 1 стакан, апельсиновой цедры 4 столовые ложки, мюки высшего сорта 4 стакана, мюки 2 столовые ложки, грубого помола, разрыхлителя 1 столовая ложка, соды 1 чайная ложка, соли 4 чайных ложки, сахарной пудры 2 стакана, апельсинового сока 1/2 стакана, ванильного экстракта 1 чайная ложка, воды 1 столовая ложка, количество порций 1/5. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. До свидания, друзья!